Привет, ребята! Вы на канале Маринка Мандаринка. Меня зовут Мария. И сегодня я вам покажу, как сделать пампушечку. По-другому называется макарошки. Печеньки макарошки. И для этого нам понадобится пластилин любого цвета. Я уже сделала вот такую верхушечку. И вот такой мясной должен быть плюшевый. Верхушечка должна быть как у гриба. Такая высокая, вот такая. И для этого же нам нужна зубочистка или ручка. Я использую зубочистку. Зубочистка удобнее. Берем и вот так делаем края. Секундочку. Так, вот я снова с вами. Вот такая уголки не пробуют никогда раньше. Так вот. Я уже спорола. Вот. Ножка. И, конечно же, белый пластилин, никакой другой. Так. Я уже пробовала из этого, поэтому он капашный вот этот получился. Ведь я печеньки очень сейчас популярны и в Украине, и за рубеж. Получилось так, и придавливаем. Вот такая печенька у нас. Ам, получилось. Шучу, конечно, я же не буду пластилин есть. Ну что. Так, и берем опять же нашу палочку-зубочисточку. Вырезаем зубочисточкой, выкалываем отверстие для карандаша. Да, как шопкинс. Кто любит шопкинсы, пишите в комментариях. Я лично их наполовину, и за и нет.
это вот такая. И вот печенька наша. Вот так красиво она смотрится. Может, на камере она не так красиво смотрится. Ну, а так она красиво даже. Советую. Ставь лайк, подписывайся на канал и палец вверх по капкам. А как это сделать легче? Просто выложить видео в YouTube. Зарегистрируйся в браузере. Если ты не смотришь в браузере, то войди. Даже через группу ВК. Ладно, пока.